2 октября в школах и гимназиях Минска районной администрации депутаты Мингорсовета и общественные организации торжественно поздравили столичных учителей с профессиональным праздником. Поздравлениям присоединились и школьники. Дети проводят очень много времени в школе, и очень приятно, что они считают его своим вторым домом. И этот букет символизирует доверие к нам, и очень приятно его получать дети-учителя. Задание, как наставники были здоровы, у них все в жизни получалось, и ученики их радовали. Мы, ученицы 61-й школы Полина и Ксения, поздравляем всех учителей с Днем Учителя. Желаю вам в первую очередь крепкого здоровья, интересных учеников и вдохновения.